сейчас я еду в Питер, из Питера на поезде в Москву. На берегу все работает, в воде тяги нет. Мне нужен чемпион по армрестлингу. Вчера вечером Витя наконец-таки нашел проблему. Я хотела пошло пошутить, но не стал. Сейчас будем болгаркой отрезать вал. Вы когда-нибудь пилили сук, на котором сидите? Несколько часов, я в Москве. Кричал несколько раз, помогите, я заблудился. Мы дрейфуем, кто управляет лодкой. Старого вала у нас нет. Надежда только на новый. И сегодня я ничего не снимала для видеодневника. Всем доброе утро. Как видите, я иду умываться. Спала, честно говоря, ужасно. Видите, судя по всему, тоже. Потому что качала лодку из стороны в сторону на ветру. Никогда не представляла, что так сильно может качать лодку, стоящую на кельблоке. Ну, вообще, до этого я никогда не спала в лодке, стоящей на кельблоке, поэтому я об этом не знал. Витя в какой-то момент проснулся, увидел меня спящую, вскочил. Где? Мы дрейфуем, кто управляет лодкой? Мне пришлось ему объяснять, что лодка на кельблоке, мы на берегу. В смысле? Ну, то есть, видимо, ему что-то снилось. Но это жесть, конечно. То есть он вышел, проверил, действительно лодка на кельблоке, и мы на берегу. Вот так у Вити проходит каждый день. Ребят, многие пишут, просят больше информации о поломке. Скажу честно, мы тоже хотим больше информации об этой поломке, потому что сейчас мы перебираем вал, пока что все в норме, все работает. Понимаете, на берегу все работает, в воде тяги нет. Сейчас Витя поехал за инструментом, потому что некоторых ключей ему не хватает, нужных размеров нет. И будет перебирать дальше. Как только мы найдем, где проблема, мы сразу сообщим. Вот так вот выглядит катер в темное время суток. Топовый огонь, зеленый и красный. Добрый вечер. Сегодня 14 мая, и сегодня я ничего не снимала для видеодневника, потому что снимать было просто нечего. Витя весь день ковырялся в моторе, съездил в магазин за ключами, которых ему не доставало, и опять мотор. Я гуляла с детьми, занималась стиркой, уборкой, готовкой, ну и такими бытовыми делами, которые, в принципе, к яхтингу, по-моему, особо отношения не имеют. Поэтому ничего не снимала, поэтому за 14 мая не будет никакого видео, зато будет за 15. Всем хорошего вечера. А ночью кошкинский фарватер выглядит вот так. Сейчас только что кто-то вон там из-за черноты. А там камыши, много всяких болот и много рыбаков. Кричал несколько раз, помогите, я заблудился. На его голос ответили люди оттуда же. И я слышу сейчас, как они переговариваются друг с другом. Один объясняет другому, как выйти, а первый, который просил помощи, объясняет, где он находится. Да, темнота там кромешная. Хотя уже, видите, на горизонте занимается заря. А это наша яхта в ночи. Вон там вроде бы уже мигают фонарики. Народ объясняет заблудившемуся, как куда выйти. Вон идет человек нормально. Но повскакивала охрана. По крайней мере, здесь ближайшие будки вот отсюда. И люди из домиков повыходили. Потому что слышно было.
добрая. Сейчас 3 часа ночи. Ночью здесь была куча потеряшек оравших. Мы потерялись в темноте, в камышах, в болотах. Помогите, мы вроде бы всех нашли. Вчера вечером Витя наконец-таки нашел проблему. Все-таки это сцепление, или я так понимаю, коробка передач, это то же самое. И там какой-то, забыли, ребят, как называется штучка. За реверс на нашей яхте отвечает блок комби. Этот блок состоит из подшипников, стопорных колец и прокладок. Когда в комби заканчивалось масло, механизм заклинило и развалилось несколько стопорных колец и прокладок. В результате лопасти винта под нагрузкой перестали менять угол атаки, и, как следствие, у нас пропал ход. Витя вчера уже все собрал и начал пробовать заводить. И услышал оттуда странный звук. Ну, разобрал, оттуда кусочки сыпятся. Короче, проблема там. И как их сейчас здесь решать, хрен знает. Вроде бы он нашел у кого-то в Москве такую коробку сбоя. Вопрос, как ее сюда доставить, а нас начинает поджимать время. Сейчас я еду в Питер, из Питера на поезде в Москву. Если все пойдет хорошо, то в Москве я проведу 1 час. Мне подвезут прямо на вокзал запчасть, и я сяду на обратный поезд, и завтра с утра уже буду в Питере, и днем буду здесь. Это идеальный вариант, самый экономный по времени. К сожалению, не по деньгам. Приехала, боялись опоздать. Но лучше рано, чем поздно. Вроде бы подали мой поезд. Вот 725-й. Пойду искать. Срок моего ожидания окончился. Так, 7-й путь я нашла, а поезда на нем нету. Ну что, вроде поезд идет, не опоздала. Несколько часов, и я в Москве. Запчасти. Спасибо большое Андрею Барбашову. Что, друзья, я в Питере. Детали оказались нереально тяжелыми. Причем не столько тяжелая, это палка. Вал с каким-то там агрегатом прикрепленным. Сколько фигня, которая находится в рюкзаке. Присела отдохнуть, сейчас поеду дальше. Всем еще раз доброе утро. Я уже в Яхт-клубе передала Вите гостинцу. Погода опять испортилась. Всем хорошего дня. Вот у меня есть газовый ключ, которым пытаюсь провернуть болт, который держит вал к мотору. Ну что ж, давай попробуем. Не хватает. Мне дали такую трубу.
в качестве очага. Вот она дошла, дальше мне идти некуда, а нужно дальше. Я с ним уже вторые сутки занимаюсь любовью, а он все ни в какое. Итак, просто так открутить у нас не получилось. Вал. И последняя надежда нагреть. Чемпион по армрестлингу. Можете мне нагреть? Я вообще не верю, что это сработает. Пока мы корячимся с Валом, дети играют в настольные игры. Я бы даже сказала, в азартные игры. Пытаюсь открутить этот болт уже вторые сутки, а он даже на миллиметр не сдвигается. Я не знаю, чем его срывать. У меня вон, что в руках, и эта штука не помогает. Сейчас будем болгаркой отрезать вал. Ничего не помогло, ни нагревание, ни удары какие-то, ни... вообще намертво, сидит намертво. А у нас здесь сегодня оживление. Вон там на заднем плане проходят соревнования по конному спорту, я так понимаю, среди детей. А здесь один за другим спускаются лодки и катера. Выходной день. Аккуратней. Ага, я не достаю. В смысле? Болгарка не пролазит? Да, болгарка не достаю. А, у тебя есть еще одна болгарка? Ага. Вы когда-нибудь пилили сук, на котором сидите? Я хотела пошло пошутить, но не стал. Не отпили там что-нибудь лишнее. Да-да-да. Ну давай же, чуть-чуть. Да. Болгарка стерлась, приходится пилить руками. Ой. Ты что падаешь? Пала. Покажешь. Вот. Все. Вала нет. Капец. Все, ребят. Старого вала у нас нет.
Надежда только на новый. Повесим подвесной и пойдем. А дизель будет для выработки электричества. Супер вообще. Начинаю стучать. Давай. По чуть-чуть. Ну подожди, я смотрю. Давай, еще один удар. Так как стоим, да? Да. Все, стой. Назад. Чуть-чуть назад. Яхт-клуб уже спит. А мы только собираемся ложиться. Был длинный. Тяжелый день. Спокойной ночи.